Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые гости моего канала. В сегодняшнем видео я хотела бы сделать вам обзор аппарата для нарезки ленты, который я заказала с сайта Pinduoduo. Раньше я заказывала с сайта AliExpress, фурнитуру заказывала. Сейчас я уже перешла на сайт Pinduoduo, так как там более бюджетный. Закупка получается более бюджетная, то есть дешевле, чем на AliExpress. И недавно я заказала аппарат для нарезки ленты. Там продаются такие аппараты, и вот, как-то я сидела и листала странички в этом магазине и наткнулась на этот аппарат. И сначала я вот подумала, сомневалась, в качестве данного аппарата. Зашла в отзывы, там есть отзывы. Все, кто что покупает, они оставляют с прикрепленными фото. Я вот это все посмотрела, фото все это изучила и решила, рискну. Да, дайте вот закажу, посмотрю, что это. Что это за такая вещь, у нас, как она будет работать, как она себя проявит. И заказала, и вот мне мой заказ пришел на днях. Теперь я хочу поделиться с вами своим мнением. Так, коробочка довольно-таки большая, в кадр не влазит. И сначала я вам хочу показать, собственно, саму инструкцию. Тут была такая бумажечка внутри. Давайте посмотрим. Так, вот здесь у нас цифра 1 стоит, значит, начинаем отсюда. Вот, собственно, такая конструкция. Вот это вот, наверное, нагревается что-то или, не знаю, сейчас посмотрим. Так, вот сам провод тут есть, который нагревается. Так, все показано, как с ним работать. Давайте отложим теперь нашу бумажку в сторону и откроем коробочку. Так, вот так у нас все это выглядит внутри. Давайте посмотрим, что же у нас тут есть. Так, первое, что я вижу, это пакетик с различными, не знаю, что это у нас тут, наверное, для крепления, различные болтики, гаечки. Откроем. Так, здесь у нас отверточка маленькая. Знаете, такая типичная китайская отвертка во всех, где там надо батарейки или что-то вставлять, они везде вот эту отвертку кладут. Дальше тут есть, смотрите, тут есть запасной провод. Я думаю, что это запасной, так как здесь намотка довольно-таки большая, провод довольно-таки плотный. Не хлипенький какой-нибудь, довольно хороший провод. Так, дальше посмотрим, что тут у нас еще. Есть вот такая штучка, не знаю, зажим вот такой есть. Но это еще надо будет разобраться, для чего это все. И вот такие уже шайбочки, гаечки, уголочки вот такие всякие. Есть вот такая, так, тоже не знаю для чего, сейчас пока не хочу это все дергать туда-сюда, чтобы не испортить. Так. Положили это все на место. Отложили. Теперь, так, что у нас там есть еще? Так, вот я вижу, здесь в комплекте есть у нас еще пинцетик. Так, кстати, там внутри еще была линеечка. Линейку я достала, уже попользовалась ею, но в комплекте была еще такая металлическая линейка на 20 сантиметров. Посмотрите, я думаю, это вообще просто замечательно. Пинцет
и линейка в комплекте. Пинцет. Пинцет очень даже добротный пинцет. Знаете, бывают вот эти пинцеты алиэкспрессовские, которые там, не знаю, которые вообще ничего не держат. А тут, смотрите, прям вообще нету даже щели нету никакой. То есть ленту будет держать просто замечательно. Очень плотная, тугая конструкция вот здесь. Все туго. Замечательно. Так. Прошу прощения за голос. Теперь осторожно достаем аппарат. Так, коробочку я, наверное, уберу сейчас. Все, коробочку убрали. Смотрим сам аппарат. Так. Берем ножнички. Разрезаем. Осторожно. Так, обернуто все вот в такую пупырку. Ну, считаю, что обернуто, конечно же, немного слабовато. Нужно было бы еще немного пупырки, так как все-таки покупка не самая дешевая, но и недорогая. Довольно-таки бюджетные, ну, на, скажем так, на любой карман потянет. Но все равно хочется, чтобы все к нам пришло в хорошем виде. Вот. Так, убираем все лишнее и начинаем смотреть, что же у нас тут такое. Что же это у нас за красота такая? Посмотрите. Ну, вообще, я считаю, что ну, замечательно. Вот, честно, я не пользовалась таким аппаратом. Но уже сама конструкция, она вызывает довольно-таки, знаете, доверительное. Вызывает доверие. Так, здесь у нас... Так, вот это, по-моему, у нас был магнитик, если не ошибаюсь. Да, вот. Магнит для линейки. Магнит для линейки. То есть мы... Так, как же мы это делали? Ну, там на сайте я видела, что вот так вот ставят линеечку, да? Измеряют сколько надо. Там, например, 7 сантиметров нам надо, измерили. Чик, отрезали, измерили. Отрезали. Это подставка для линейки. Включатель. Выключатель. Включает, выключает. Так, вот он сам провод. Натянут довольно хорошо. Сама конструкция. Так, провод натягивается вот сюда на болтик. С одной стороны. И с другой стороны тоже вот здесь есть болтик, куда все это натягивается. Так, понятно. Значит, вот это все у нас, это запасные части. Так как вот я вижу здесь пружину, здесь у нас тоже была пружинка вот эта. Вот она. Соответственно, это все у нас запчасти, запасные части для данного аппарата. Так, один минус. Для меня один такой минус, который с китайскими этими вещами, это вот этот китайская вилка. Сюда надо обязательно переходник. Но это, я считаю, что не проблема. Продается в любом строительном магазине этот переходник. То есть пользоваться можно. Так, ну, сейчас, наверное, мы с вами включим его и испытаем, посмотрим в действии, как он у нас будет. Так, ну вот, дорогие друзья, я немножечко разобралась, что и как. Так, вот это
подставку для линейки. Ее надо, оказывается, немного приподнять. Потом так, вот так она туда-сюда двигается. И ее можно передвигать вперед и назад. Давайте, наверное, установим линейку, которая у нас была в комплекте. Так, ну вот так вот, например. Устанавливаем линейку. Так, чуть поближе. Так. Приготовила я ленту. Такую белую. Ну, так, с этой стороны, наверное, не надо будет ее поставить, чтобы удобнее было. Так, снимаю в фотобоксе, поэтому немного так неудобно получается, но ничего, мы сейчас все это попробуем. Так, включаю, как бы это все у нас так работает. Так, вентилятор, это вентилятор, оказывается, смотрите, вентилятор крутится. Давайте попробуем. Нагрелось или нет? Так, нет, еще пока что не нагрелось. Значит, ждем, пока нагреется. Сейчас подождем, пока нагреется, и я к вам вернусь. Ой, друзья, смотрите, я аж уже испугалась, думала, что мне отправили что-то нерабочее, но оказывается, я его сейчас здесь подержала, повертела. Здесь у нас, оказывается, включается вентилятор. Вот он, вентилятор крутится. Не знаю, видно вам или нет. И сзади, вот тут у нас есть еще включатель, который, наверное, уже у нас будет включать непосредственно сам провод для нагревания. Так, давайте включим. Так, вот я его включила. Так, вот, нагревается. Так, ставим. Убираем вот эту подставочку. Так, не знаю, видно вам или нет, но провод нагрелся, стал красным цветом. Прям раскаленный такой стал провод. Так, ну давайте пробуем. Ух ты! Замечательно! Это вообще супер просто. Знаете, для тех, кто занимается канзаши, прям незаменимая вещь. Смотрите. Так, все, наверное, я сейчас выключу. Все, выключили. Смотрите. Прям спаливает, да, с обеих сторон. И с той стороны, и с этой стороны. То есть не надо никаких вот этих зажигалок, свечек, которые у нас все время дымятся, да? Все, включил, сколько надо отрезков отрезал, и все. Просто, ну, незаменимая находка, я считаю. Я знаю, что такие приспособления уже есть. Кто-то в некоторых видео я видела, кто-то там сам это все изготавливает. Да, вот это, наверное, тоже изготовлено вручную. Собрано это все вручную, но скажу, впечатление у меня просто потрясающее. Да, впечатлило. Впечатлило. Так, я еще брала органзу, думала, с органзой попробую. Ну, с лентой все. Попробовала, мне понравилось. Рекомендую вам просто на все 200% данную машинку для обрезки ленты. Так, заказывала я ее, повторюсь еще раз, на сайте Pinduoduo. Ссылку оставить, к сожалению, не могу, но если кто-нибудь из вас захочет приобрести данную машинку, данный аппарат, вы мне напишите, я вам постараюсь заказать и отправить
по вашему адресу по почте. Я вам постараюсь отправить, если кому-нибудь из вас будет нужно. Вы мне просто напишите, в комментариях можете написать. Я вам обязательно отвечу. Цену. Цена тоже, знаете, такая недорогая, вполне себе адекватная цена на этот аппарат. И я считаю, что то, что вот это запасные части у него есть, плюс еще пинцет и линейка, ну, это, конечно же, тоже очень и очень огромный плюс для этого аппарата. Ну, а на сегодня с обзором мы с вами закончили. Желаю всем хорошего дня и до скорой встречи в следующих видео. Всем пока-пока!